Постоянно требует непредвиденных вложений. Кто не умеет рисковать и переживать падение с холодной головой, просто вылетает из обоймы. Это такая неспокойная обстановочка и неспокойная ситуация. Это взлеты и падения. Это взлеты и падения. То есть, если там бухгалтер ходит на работу и каждое 15 числа получает заработную плату, то все-таки финансовая ситуация звезды, она отличается серьезными такими толчками, серьезной синусоидой. Может быть, именно поэтому начинающие артисты прежде всего вкладываются в недвижимость.